Ребята, Дмитрий СТА, да, по-моему, да-да-да, прислал сообщение. Фит поп-артиста Митчелс под зонтом и рэпера Бенц. Романтичный поп с R&B элементами и рэп-партией. Под звуки дождя герой трека укрывает любимую от непогоды, загораживая ее своим зонтом от остального. От остального? Мира, может быть, да? Тут нету дописания, да? Остального, наверное, мира. Under my umbrella, что ли? Ну, давай проверим. Что это такое? Сколько? Что-то Митчелс, что-то знакомое, кстати. Что-то Митчелс, что-то знакомое, бро. Да, да, вот был уже, по-моему. Ну, это, в принципе, артист довольно-таки популярный, да? С 2018 года он делает 1 100 000 слушателей. Да-да, что-то знакомое, реально, я и говорю. По-моему, может, даже что-то разбирали. Что-то разбирали. Не хватило символов в донате. Да-да-да, я тоже так думаю. Я тоже так думаю. С 2018 года он делает 19-й, 20-й, 21-й, 22-й год. Ну, то есть, это прям такой артист серьезный, который делает качество. У которого 1 100 000 слушателей за месяц в Яндексе. Что касается Бенса, у него чуть меньше охват. Тем не менее, 140 тысяч и тоже делает достаточно-таки давно. С 2019 года я вижу треки тоже. То есть, это два опытных артиста. Это никакие не фрешмены. Здесь у нас задача отобрать трючок в плейлист, в наш. Судя по названию того, что это будет R&B поп, это будет плейлист мейнстрим. Очень жаль, не разбирали, да, никого из них. Ну, что-то знакомо, Митчелс, что-то прям очень знакомо. Может, где-то участвовал. Что-то вот прям есть, да, Митчелс, что-то как будто это прям то, что я слышал, да. И рэпера Бенц. Так, сейчас я здесь сразу это все внесу. Вот так вот, вот так вот. Жалко, что нету у нас Genius, да. Очень жаль. Под зонтом. Все, непонятно, потому что кто у нас продюсер от этой всей истории и так далее. Все, погнали. Лям 100 за месяц Яндексу. Ну, я и говорю, да. Может, ник начитан. Не-не-не, я Митчелс слышал, 100%. 100% я Митчелс где-то слышал. Не на афишах, что-то, короче, какой-то на про-песнях, может, был, или еще где-то. Что-то, короче, я слышал этого артиста. В общем, это должно быть качество. Посмотрим, как ребята реализовали этот стиль. Все, слушаем. Трек не длинный, 2.21. Даже для такого мягкого лиричного трека это должна быть хорошая динамика. Погнали, слушаем внимательно. Под зонтом. Митчелс и Бенц. Я спрячу тебя под зонтом своим. Льет дождь, а мы стоим. И такое чувство, что весь этот мир для нас двоих. Я спрячу тебя под зонтом своим. Неудачное сведение, сразу могу сказать. Сейчас отмотаю на начало. Очень забито, срезано капов. Все у нее. Вот маленький крошечный кусок высоких торчит и все. И поэтому глубина вокала, она уже не прослеживается. И Митчелс звучит не вайбово. Это явно поет Митчелс, как я понимаю. А парт рэповский будет от Бенза, да, хип-хоп парт. Да, да, что по свидосу. Вот проблемы тут есть, да. Очень все узко, все зажато, все на высоких. Нету ни мягкого голоса, ни объема нет. Панорама очень, очень бедная панорама. Сейчас даже погромче поставлю, заново послушаю. Но видно, что артист звучит сам по себе, но качество звука оставляет желать очень сильно лучшего. Заново слушаем трек с учетом этой особенности. Хотя вот начинается он так, что здесь нету прям излишне высоких, да, то есть он там вот выпечено все. Вот у нас музычка играет, мелодия, да, вот он. Да, и пианинка, и все. То есть высокие не выпечены, среднее тело у нас есть на эквализации, вполне себе нормально, все сбалансировано. Начинается артист. Сейчас посмотрим, как куплет в целом пойдет. Может быть, это особенность. Но вот уже, да, уже сломан вайб этого трека, если что. Уже сломан вайб. Заново. Я спрячу тебя под зонтом своим. Льет дождь, а мы стоим. И такое чувство, что висит. Не подходит, вот не подходит, бро. Я еще раз остановлю, сразу скажу. Задача выставление правильной панорамы заключается в том, чтобы все аспекты песни были одинаково эквализированы в том плане, что они соответствовали мелодии, единой цельной мелодии композиции песни.
композиции, да, всей целостной композиции, чтобы драмка, мелодия и голос, они были примерно в одной тональности, в одной, в одной плоскости звучания, чтобы баланс хорошо работал, громкость и панорама расставлена, и вот все, оно ничего не выделялось. Здесь у нас абсолютно нормальный, неплохо поставленный широко инструментал с обилием средних частот, ничего не выпирает, и начинает у нас... Зачем? Такая суженная, отдаленная. Ладно бы инструментал тоже хотя бы был такой. Хотя бы тоже был инструментал на дико на высоких. Но его нет. Еще раз заново. Теперь постараюсь дальше слушать. Я спрячу тебя под зонтом своим. Льет дождь, а мы стоим. И такое чувство, что весь... И учитывая, что нет объема, не могу не дышнить, да? Учитывая, что нет объема, бэк-вокал, вот эта вся история, он тоже там в кучу собран, просто вот здесь. Вот он. Он не вот здесь. Нету здесь капы, нету здесь хорошего волакивающего бэк-вокала. Все это где-то там, в каком-то комке собрано, да? Он что-то там... Этот мир для нас двоих. Я спрячу тебя под зонтом своим. Льет дождь, а мы стоим. И такое чувство, что весь этот мир для нас двоих. Каждый раз при виде тебя внутри пожар, как в первый раз. Я пришел, чтоб тебя... Вот слышишь, да, вот все мелодии, которые играют, они не выпячивают на высоких. Не выпячивают. Совершенно разное звучание. Либо капу надо на другой инструментал садить, либо инструментал на другую капу. Тут вариантов не особо. Они просто не гармонично звучат друг с другом. Это, ну, такая прям супер базовая вещь, наверное, какая-то. Братец, завистливый глаз, и никто не найдет нас. На тебе очки продаст. Да, такой мягкий басочек, мелодия обволакивающая. И у нас прям вот... А в моих глазах правда. Даже если ты уйдешь, под него напоедешь, то я спрячу тебя под зонтом своим. Льет дождь, а мы стоим. И такое чувство, что весь этот мир для нас двоих. Я просто абстрагировался от свидоса и пытаюсь видеть, как артист работает по тактам. По тактам он хорошо работает, по нотам отлично. Я убежден, что он в лайве исполнит эту песню лучше. Условно представим, на концерте он это исполняет гораздо лучше. Даже лайвом без плюса, типа. Ну, как будто он умеет петь действительно, и он, по-моему, сделает это круто. То есть он четко идет. Ничего не пропускает, не выпадает ничего. Очень опытно, очень сильно это звучит все. Ну, это не... По звуку это сделано очень плохо. Спрячу тебя под зонтом своим. Льет дождь, а мы стоим. И такое чувство, что весь этот мир для нас двоих. Если сейчас еще и по-другому бенз будет звучать. То есть представим, что они записывались в разных студиях, акапеллы им сбросили, да, звукарю, и звукарь сейчас, допустим, сделает какую-нибудь мягкую или вообще на низах, да, капу рэперскую, где один свистит, а другой... Она, мы не курящий соучастник, и не фижи собутыльник, а я рассказчик по ее изгибам. Ну, по-другому, шире капа стоит здесь. По нашим мотивам. Ну, с высокими, не глухой звук, не глухой, но капа стоит по-другому. Снимает фильмы, I'll feel you. Сухой гербарь сжигаю, как противника под собиком. Меньше высоких, больше воздуха, сатурации. Здесь капа лучше звучит. Мне, подсядь ко мне, садись. Расскажи. И вот сразу начинается бэк-вокал. Подсядь ко мне. И его уже слышно. Вот, его уже слышно начинать. Противника, подсоби ко мне, подсядь ко мне, садись. Подсядь ко мне, садись. Расскажи, кто у тебя. И тут садись справа, да? Все, начинается нормально, более-менее звучащая панорама. Более-менее. Хотя вот это садись справа, излишне справа. Надо было все-таки привести это к нормальному звучанию. Тут громко и прям уведено чуть ли не на
полный процент, да, вправо. Гербарь сжигаю, как противника. Подсоби ко мне, подсядь ко мне. Расскажи, кто у тебя там был. Стенка подвинется, я спрячу тебя под зонтом своим. Я спрячу тебя под зонтом своим. Очень бедное сведение, очень бедное. Артисты делают гораздо лучше. 100% камень в огород тем, кто сводил это. Стоим, и такое чувство, что весь этот мир для нас двоих. Здесь капа у Митчелса стоит как на электроник-трапе вообще. Вообще, к чему такое количество высоких? Наоборот, голос должен быть теплым, мягким он должен быть на такой лиричной песне. Он должен быть обволакивающим. А здесь агрессивный голос, как под электронщину или под такой-то дарк-трэп. Вообще не в тему это абсолютно. Я спрячу тебя под зонтом своим. Льет дождь, а мы стоим. И такое чувство, что весь этот мир для нас двоих. Я спрячу тебя под зонтом своим. Я понял, бро. Я спрячу тебя под зонтом своим. Тебя под зонтом своим. Тебя под зонтом своим. И этот мир для нас двоих. Вот как-то так, да? Тяжеловато разобрать структуру, чтобы попытаться понять, ну, насколько здесь сами парты уместны. Сейчас. Она, мы не курящий соучастник, и не фьюжи собутыльник, а я рассказчик по ее изгибам, по нашим мотивам, снимает фильмы. I'll feel you. Сухой гербарь сжигаю, как противника. Подсоби ко мне, подсядь ко мне. Расскажи, кто у тебя там был. Стенка подвинется, я спрячу тебя под зонтом своим. Я спрячу тебя под зонтом своим. Коротенький парт, прям очень ровный, без какого-то бриджа. Дали поработать артисту, да, правильно. Льет дождь, а мы стоим. И такое чувство, что весь этот мир для... Далеко не надо ходить, как бы, ну, что касается звучания поп-музыки, просто, ну, послушайте последний трек Крида, условно, ну, выпускной, допустим, да, вот, вот эту историю, типа. Вот подхожу к тебе на выпускном, волнуюсь, как первоклассник. Знаешь, о чем я говорю? Признался, как долго боялся, вот. Что ты на меня не... Или вы думаете, он не может сделать отсутствие такого глухого звучания, выпятить высокие? Да может, без проблем. Чувствуете разницу? Вот, вот капа звучит Крида. Взглянешь даже, но от ответа в горле... Здесь центр есть, потому что должно быть мясо, тело должно быть мягкое, согревающее. Вот разница. Ком и по всему телу мурашки. И ты сказала, что все эти... Вот, вот разница и вот разница, да, того, что происходит. Я спрячу тебя под зонтом своим. Вот и вся разница. Все. Припев нравится. Припев-то хороший, блин. Припев-то сам по себе нормальный. Хорошо они придумали, они сделали хорошо. Эта песня, она в принципе по задумке, она рабочая. По скиллзам, ребят, она рабочая. Бенд сделал на харизме. Типа нет какой-то фальши, да, что не верю там или плохо звучит. Спокойненько залетел, правда не так много. И фит кажется не совсем фитом, даже в рамках поп-трека. Что прям очень много здесь Митчелса, много тут и мало и ровно здесь Бенса, да. Ну такое. Хотелось бы чего-то, может, разнообразия, какого-то совместного вокала на припеве, может быть, бриджика какого-то, еще что-то, где-то там бэк-вокал какой-то. То есть такой более или менее плотный, короче, фит, да. Было бы круто тогда. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да-да, просто мягкий трек, да. Я вот просто конкретно показываю, чтобы, ну, не быть суперглавным. На последней партии наш волшебный, вот, припев, да? Выпускной, ты вечернее платье. Мы кружились бы с тобой без... Можно ли сказать, что здесь глухо оно звучит? Оно звучит достаточно глухо, так, как звучит здесь инструментал. Вот и все. Поэтому песня звучит целостно. Поэтому у нее очень хорошая панорама, у нее очень хорошее мягкое тело, она обволакивает. Справился ли Митчелс плохо со своей работой? Нет. Поэтому здесь вопрос, да, такой вопрос к тем, кто это сводил. Давайте оценим. Продюсер, к сожалению, не понятен. Так. Разбор забыл. Нет, бро, в конце. Привет, Ростов. Тебе тоже, бро, привет. Если ты не шутник, конечно, да, веселый, молодец. Если ты действительно передаешь привет, тебе тоже привет, бро. Да. Так. Рифмы и образы. Так. Из Москвы, да, тоже вам всем с Москвы большой привет. Большой привет.
рифмы образы. Под зонтом своим, пам-пам-пам. Тут достаточно ровная история. Она, мой некурящий соучастник, и не фижи собутыльник. Аэроскальщик по ее изгибам, по нашим мотивам. Снимает фильмы, I'll feel you. Сухой гербарий сжигаю. Угу, это неплохо. 8 баллов можно поставить, 7-8. У нас двоих, сука, героев. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Да. Да. Всем большой привет. Да, все молодцы. Все очень круто. А, структура ритмика. Все-таки было ощущение, что немножечко по припевам много, да, может быть такое. Плюс мало Бенса. Такое поэтому, да, немного куцый трек получился. Где-то 6-7 баллов я готов поставить. Но внутри самого трека, внутри, нет, даже 7 пусть будет. Внутри трека именно, внутри партов, короче, неплохая ритмика. Да, припеве особенно, достаточно хитово звучит, если бы не вот это. Справились ребята сами по себе где-то на 8. Не скажу, что прям это было супер красиво сделано. Ну, максимально, да. Плюс видос, минус 2, 3 балла, 6 баллов, да. Индивидуальность харизма тоже от этого пострадала. Ребята тоже сделали где-то на 8 баллов, хорошо. Митчелл в припеве где-то, может, даже на девяточку. По харизме, по индивидуальности не особо узнаваемо, конечно, но в целом норм. Но не слышно этого ничего. Не слышно совершенно. Ну ладно, я не буду сильно занижать, вот тут вот 6 все равно. Атмосфера вайб 3 балла. Трендовая сексуальность 5 баллов. Тем не менее, трек набирает почти 60 баллов. Даже так. Даже так вот. Вот как-то так? Да, сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Пам-парабам-пам-пам-бам. Да. Вот такая вот история. Надеюсь, это было полезно, дружище. Надеюсь, ты что-то предпримешь касательно с видоса. Ну, либо вам так нравится, да, и вы скажете, что вы сами все знаете. Супер. Наверное, это будет хорошо.